20 тысяч самых активных молодых людей со всего мира встретятся в Сочи в 2017 году. Там пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня был дан обратный отчет старту. По всей России прошла эстафета за год до фестиваля. Всероссийской акции присоединился и Ненецкий округ. В России больше 35 миллионов молодежи, более 10 миллионов студентов, около 1000 молодежных организаций. И все они ждут здесь, в России, молодежь всего мира. Мы ждем вас! В Сочи. С экрана лучшие представители молодежи России разных национальностей приглашают своих ровесников на самое масштабное мероприятие 2017 года – Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Счастливые лица сменяются картинками крупнейших объектов Сочи. Именно там будет проходить главная встреча молодого поколения. С этого яркого ролика началась и встреча студентов аграрно-экономического техникума с представителями регионального подготовительного комитета Всемирного фестиваля. Национальный подготовительный комитет России к фестивалю предложил, чтобы было для удобства работы создать в каждом регионе региональные подготовительные комитеты. В состав региональных комитетов входят представители организаций профессионального образования, представители организаций некоммерческого сектора, общественных организаций. Также в состав входят представители органов власти в сфере государственной молодежной политики и в сфере образования. Функция этого комитета, во-первых, мы проводим мероприятия, рассказываем о фестивале. Затем, когда пройдет отбор участников на федеральном уровне, напомню, что квота нашего региона 15 человек, понимаем, что заявится гораздо больше, на федеральном уровне будет отобрано около 30-40 участников, и региональный подготовительный комитет в марте-апреле должен будет отобрать участников на фестиваль. Сейчас у представителей комитета важный период – выбрать достойных кандидатов, тех, кто будет представлять делегацию Ненецкого округа на Всемирном фестивале. Сегодняшняя встреча – это первый шаг на пути к большому событию. На ней ребятам рассказали, как правильно зарегистрироваться на сайте Россия2017.com и набрать максимальные баллы, который приблизит вас на один шажок к возможности поучаствовать в этой гигантской тусовке на 20 тысяч человек. Вы, кстати, подумайте, 20 тысяч человек – это практически население города Нарьян-Мара. И вся эта толпа приедет в Сочи в бархатный сезон. Ну, просто лучше пожелать, нечего больше пожелать. 20 тысяч участников из 150 стран соберутся на одной молодежной платформе. Кроме того, планируется привлечь более 7 тысяч волонтеров, в числе которых будут и иностранные граждане. Рабочими языками фестиваля станут, кроме русского, английский, французский, испанский, арабский и китайский. Напомню, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север».